Актуальные проблемы организации летнего отдыха и досуга несовершеннолетних в летний период. В Общественной палате Карачаево-Черкесии состоялся круглый стол, где обсудили этот вопрос. Все ли готово к открытию летней оздоровительной программы, узнавала Дарья Тендит. Лето – это маленькая жизнь. И чтобы она прошла весело, активно, безопасно, а главное – с пользой для здоровья, школьники республики с 1 июня по 3 августа смогут отправиться в летний лагерь. Решение межведомственной комиссии было выявить готовность непосредственно детских лагерей к приему детей. Поэтому мы сегодня накануне и собрались, чтобы узнать, как же поработала межведомственная комиссия. А кроме того, как вы помните, Общественная палата Карачаево-Черкесии несколько раз поднимала вопрос по созданию, да, Гока Магомедовна не даст соврать, да, лагерей труда и отдыха. Отличительной особенностью лета этого года станет работа профильного тематического лагеря российского движения детей и молодежи «Движение первых», открытие лагеря труда и отдыха на базе аграрно-технологического колледжа, а также открытие еще одного палаточного лагеря, отметила Гока Гербекова. В течение лета планируется провести профильные смены для детей, находящихся на разных видах учета, и для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети участников СВО и прибывшие из Украины. Нам предоставили, значит, в реестр организации отдыха и оздоровления 105 лагерей. В том числе 96 – это лагеря, которые будут работать на базе школ, в которых будет, значит, оздоравливаться 6185 детишек. 7 загородных лагерей у нас будет. Расположены они будут в Домбае, в Тиберде, в Даусузе, где мы планируем охватить 3070 детей. И 2 палаточных лагеря заявили о себе. Летний отдых – это не только социальная защита, это и возможность творческого развития детей, обогащение духовного мира и интеллекта ребенка, радость общения и творческие открытия. Все эти направления – это работа детских лагерей. Лето своего рода – это такой мостик между завершающимся учебным годом и предстоящим, отметил Джамал Тибуев. Задача у всех одна, чтобы наши дети туда живыми и здоровыми поехали и живыми и здоровыми вернулись. Это главная задача, при этом получили качественный уход, качественное питание, ну и все остальные как бы составляющие, чтобы наши дети всегда могли, как и мы, наверное, всегда сказать, что у них было счастливое, хорошее детство. Также на совещании были рассмотрены вопросы соблюдения санитарно-гигиенических требований при подготовке и проведении летней оздоровительной кампании, пожарной безопасности объектов отдыха и оздоровления. В заключении заседания были рассмотрены пути решения оставшихся проблем. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесии.